Хотя эти кроссоверы маловероятные, ничто не мешает нам помечтать. Добро пожаловать на Watch Mojo Россия, и сегодня мы представим топ-10 персонажей, которых мы хотели бы увидеть в схватке с Веномом. Прежде чем начать, напоминаем, что мы публикуем новые видео каждый день, поэтому обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых роликах. Для этого списка мы выбрали достойных воинов из поп-культуры, которые могли бы сразиться с заклятым врагом Человека-паука Веномом. Единственное условие – они официально не пересекались раньше. Номер 10. Бэтмен. За все время существования комиксов мы привыкли, что крестоносец в плаще вступает в бой с врагами, которые намного сильнее его. На бумаге обычный смертный с высоким уровнем интеллекта и набором высокотехнологичных гаджетов, он вряд ли может противостоять такой сверхмощной внеземной силе, как симбиот Веном. Однако мы говорим не о простом смертном, мы говорим о Бэтмене. Темный рыцарь может и не обладает равными с Веномом физическими способностями, но используя свой интеллект и имея достаточно времени для подготовки, Бэтмен, несомненно, придумал бы план, с помощью которого оказал бы достойное сопротивление Веному. Номер 9. Боевой зверь. Незнакомы с работами Роберта Киркмана в жанре супергероики? Вы многое упускаете. В 144-х выпусках Киркман рассказал историю супергероев, не уступающую лучшим комиксов, и создал целый ряд потрясающих персонажей, которые живут в его красочной и кровавой вселенной. Одним из величайших воинов, созданных Киркманом, был устрашающий боевой зверь. Некогда защитник родной планеты, он оставил дом, чтобы удовлетворить свое желание. Боевой зверь, или Ток, как его называют друзья, живет, чтобы сражаться, и всю свою жизнь ищет достойного противника. Мы думаем, что ему было бы занятно сразиться с Веномом, так как оба персонажа бесспорно жестокие воины. Номер 8. Хеллбой. Веном — это нечто большее, чем просто типичный злодей или антигерой с суперспособностями. Он нечто вроде кошмара. Огромная гора мышц, длинный язык, как у рептилий, длинные когти и острые, как бритва, зубы делают его действительно жутким персонажем. Если вы хотите уничтожить Венома, вам нужен тот, кто специализируется на таких же чудовищных существах. Вам нужен еще один монстр. К вашему вниманию, Хеллбой. Буквально зверь апокалипсиса. Он является живым доказательством того, что воспитание превосходит природу. Хеллбой защищает Землю от самых враждебных и могущественных сверхъестественных сил. А это значит, что он сражался с действительно жестокими существами. Как говорит приемный отец Хеллбоя, профессор Брутенхолм. There are things that go bump in the night, Agent Myers. Make no mistake about that. And we are the ones who bump back. Номер 7. Черная канарейка. Kinda late for a charity drop-off, isn't it, boys? Да, Черная Канарейка — грозный соперник в рукопашном бою. Пожалуй, она одна из лучших мастеров боевых искусств в комиксах DC, но у нее нет сверхспособностей. Возможно, ей удастся победить Венома, но один серьезный удар симбиота вполне может убить Черную Канарейку. Как бы то ни было, у нее есть преимущество, которое может помочь ей победить Венома — крик Канарейки. Дина Лэнс может воспроизводить звуки невероятной силы. Это больше, чем громкий голос. Она может ошеломлять своих врагов или даже оглушать их. У нее невероятный контроль. И, к несчастью для Венома, шум и звуковые волны — его слабое место. Номер 6. Болотная тварь. Swamp Thing? Swamp Thing? Swamp Thing! Веном может спокойно избивать и откусывать головы сильнейших врагов, но как бы он справился с противником, который принципиально отличается от него? Болотная тварь — это элементаль земли, который защищает весь растительный мир. Обычно он не участвует в разборках супергероев, но до тех пор, пока они не угрожают природе. Но если, например, Веном устроит жестокую бойню в тропических лесах Амазонки, он, возможно, окажется в черном списке болотной твари, сопоставимые по размерам и силе. Веном и болотная тварь могли бы стать грозными противниками, но уникальная природная сила болотной твари вынудила бы Венома проявить немного изобретательности. Номер 5. Оптимус Прайм. Лидер автоботов на протяжении многих лет сталкивался с огромным множеством грозных врагов. И, конечно же, несколько раз он чуть не оказался на свалке. Но Оптимус Прайм — лидер и боец с послужным списком, который говорит сам за себя. Дело в том, что обычно он сражается с другими кибертронцами. Бой с железяками — это одно, но как бы он справился с такой биологической угрозой, как Веном? Кроме того, нам было бы любопытно посмотреть, как подошел бы к бою Веном. Номер 4. Deathstroke. Слейд Уилсон — самый опытный и известный наемник в комиксах DC. Уже в самом раннем возрасте он преуспел практически во всех сражениях, в которых участвовал. Однако после неудачного научного эксперимента Уилсон обнаружил, что его мозг работает быстрее и лучше. Не только мозг, но и его сила, скорость и выносливость достигли сверхчеловеческих показателей. Как и боевой зверь, Слейд жаждет испытаний и редко находит врага, который смог бы его одолеть. Ему удалось победить некоторых величайших воинов вселенной DC. Может, Марвел пригласят Уилсона поиграть с Веномом? Это была бы легендарная битва.
Номер 3. Хищник. Эта раса внеземных воинов, также известная как Яуджа, гордится своими охотничьими и бойцовскими навыками. Путешествуя среди звезд в поисках новой добычи и противников, они неоднократно посещали Землю. Но представьте себе возбуждение, которое они испытали бы, столкнувшись с симбиотом вроде Венома. Это был бы особенный экспонат в трофейной комнате хищников. Кроме того, если, как и в новом фильме «Хищник», Яуджа действительно хотели генетически модифицировать себя, используя ДНК своих жертв, симбиот мог бы оказаться последним ингредиентом в их генетическом коктейле. Конечно, побить Венома не так уж и просто, но суперхищник мог бы оказать достойное сопротивление. Alien. Номер 2. Ксеноморф. Хищники слишком хорошо знакомы с этим внеземным видом. Хотя мы думаем, что Веном и Суперхищник могли бы устроить интересный бой. Есть что-то более привлекательное в сражении Венома и этой грозной машины для убийств. Мы видим сходство между Веномом и этим потенциальным врагом. Если бы клыкастые встретились, сцепились бы когти, полетели бы головы. Ксеноморфы приходят на вечеринку с кислотой, но уникальная физиология Венома уравнивает шансы. Более того, в сравнении с любой другой парой в нашем списке, это была бы чрезвычайно динамичная и зверская битва, в которой проявилась бы вся жестокость Венома. Прежде чем мы представим лидера нашего топа, вот несколько почетных упоминаний. Номер 1. Спаун. Хотя они были созданы в разных издательствах, на самом деле это настоящая битва между братьями. Тодд Макфарлейн был соавтором проекта «Веном» для Marvel Comics, а затем, став одним из основателей Image Comics в 92 году, подарил миру Спауна. Визуальное сходство между Веномом и Спауном очевидно, начиная от лица и заканчивая когтями и мощным телосложением. Это два самых культовых персонажа комиксов 90-х, которые прибегали к чрезмерному насилию, которое определило десятилетие. Не только мы хотели видеть этот кроссовер на большом экране. Макфарлейн лично сказал CBR, что если дистрибуцией предстоящего фильма о Спауне будет заниматься Sony, он бы с удовольствием срежиссировал данный кроссовер. Согласны с нашим выбором? А кого бы вы поставили противником Венома? Напишите в комментариях. Посмотрите другие замечательные видео на WatchMojo России и не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых роликах.